что-то очень не нравилось. Но я так типа делала. Выдыхала и почему-то об этом не говорила. Я не знаю, почему это во мне было, что я боялась там вспылить, проявить эти эмоции. Единственное, что я сейчас осознала, это долгое время я никак не разбирала ситуацию, которая произошла. Расставание было примерно так. Она смотрит мне в глаза и говорит: я тебя больше не люблю. И тут у меня как будто мне нож вставили в сердце, вот так у меня полилась кровь. Привет, девочка. Я знаю, ты сейчас плачешь. Но знаешь, это совсем скоро закончится. И ты будешь ему благодарна. Ты научишься ценить себя. И ты даже скажешь ему спасибо.